Здравствуйте. Здравствуйте. Еще даже не ночь, господи. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София. Я профзависимый человек. Вот, друзья, я та самая странная женщина, странненькая женщина, которая все время про собак и кошек, собак и кошек, собак и кошек, ну, в том числе и про духи. Друзья, сегодня у меня будут здесь духи, но еще немножко я хотела сказать пару слов. Я не знаю, как я назову это видео про блогерскую солидарность, про отсутствие блогерской солидарности, про духи, которые пойдут на распив, про распив, аукционы. Не знаю. Я не знаю, как назвать это видео, как какую сделать интересную картинку. Потому что картинка привлекает людей или не привлекает людей. Вот. Но в любом случае я буду говорить о собаках и кошках. В любом случае я буду говорить о том распиве. Жизнь, как она есть, о том распиве и аукционах, которые проходят на моем канале, не выход, но вариант, друзья. Ну, даже если вы не подписывались и не планировали подписываться, вы слышали, может быть, заходили, смотрели, есть такой канал. Там я рассказываю о духах, там я рассказываю немного о своей жизни, о той части жизни, которая, ну, так или иначе связана с красивым, с парфюмами в том числе, и с тем, что я занимаюсь в свободное от работы время. Я не могу сказать, что я волонтер. Волонтеры — это прекрасные люди, которые ездят в приюты, занимаются огромными делами, несравнимыми с теми, которыми занимаюсь я. Но тем не менее, я думаю, что я знаю этих волонтеров, прекрасные люди. Я думаю, что я могу сказать, что я занимаюсь спасением собак и кошек, лечением, пристройством. Там что-то получается, что-то не получается. И в какой-то момент, ну, если вдруг вы не знали, в какой-то момент я поняла, что парфюмы – это прекрасная часть жизни, украшающая часть жизни, но парфюмы часто могут помочь кого-то спасти. Не своим прекрасным запахом, а тем, что парфюм можно заменить на деньги, и эти деньги пойдут на конкретные какие-то дела. Вот я занимаюсь не вообще спасением, вообще спасать невозможно. Я занимаюсь очень конкретными собаками, конкретными кошками, которые там, ну, в том числе и появляются в моей жизни. Видимо, если ты начинаешь этим заниматься, у тебя меняется оптика, да, ты видишь уже. И, ну, в общем, на моем пути появляются все новые и новые животные. И когда я начала заниматься спасением, я вовсе не думала, что люди будут подключаться к этому процессу, что многим будет созвучна моя мысль. Я так масштабно не думала. Вот. И когда я вижу, вот сейчас я вижу, что люди с большой радостью и с такой сердечной щедростью делятся своими парфюмами, вот, чтобы произвести этот процесс, да? Обмен флакона на лекарства, на корм, на оплату передержек, и так далее. Я, с одной стороны, радуюсь, а с другой стороны, я удивляюсь. Потому что есть события, которые заставляют сомневаться в том, что есть какое-то парфюмерное комьюнити, которое может сплотиться вокруг чего-то. Да? Вопрос, есть ли вот это самое парфюмерное комьюнити как таковое, большое? Это большой вопрос. Ну, друзья, в любом случае, вот то, что вы делаете, то, что вы участвуете в наших аукционах и в распивах, и присылаете свои флаконы, это для меня чудо, и для меня это большая радость, конечно, огромная радость. Тут недавно пришел комментарий к какому-то очень-очень старому видео. Я не помню дословно, но женщина, по-моему, женщина написала комментарий такой: по делу с 8 минуты. Ну, то есть, а флаконы, ну, наверное, да, я не стала пересматривать, что там по делу с 8 минуты, а по делу с 8 минуты я буду показывать флаконы. Ну, друзья, мне кажется, все-таки по делу, в принципе, вот про собак и кошек, да. Есть ли парфюмерное комьюнити как таковое? Парфюмерное комьюнити очень бывает
не сплоченным. Оно бывает разрозненным и агрессивным по отношению к тем, кто внутри этого сообщества, к тем, кто не входит в это комьюнити. И когда мы говорим о парфюмерном комьюнити, мы, конечно, должны понимать, что это не только блогеры, не только те, кто выкладывает видео на YouTube, на других площадках, не только те, у кого есть телеграм-каналы. И сейчас огромное количество прекрасных, не очень раскрученных, но очень интересных и очень искренних каналов. Я имею в виду не только этих людей. Я имею в виду и тех людей, кто нас смотрит, кто нас читает. И при этом у людей есть парфюмерные коллекции. При этом люди великолепно разбираются в парфюмерии. И они большая, а может быть, самая важная часть парфюмерного комьюнити. Когда парфюмерный наш мир раздирается какими-то распрями, и кажется, вот там жизнь, да, вот кто-то с кем-то там что-то, не, кому-то кто-то не понравился и так далее, сейчас мы всех разоблачим и так далее, мы тебя не любим, а мы тебя не любим, а мы вас не любим. Мы как будто забываем о том, что есть огромное количество людей, которые любят парфюмерию. Они, конечно, еще любят вот этих блогеров, или тех, или тех, или тех. Но когда я говорю о солидарности парфюмерного комьюнити, я прежде всего говорю спасибо зрителям, читателям, тем, кто пользуется парфюмами, тот, кто откликается. Может быть, эти люди не могут участвовать в аукционах. Ну, может быть, у них есть эти парфюмы, например, да, на моем канале. Может быть, они не могут или не хотят там по каким-то причинам участвовать в распиве. Это их право. Но если они хотя бы даже морально или информационно поддерживают, вот, ну, по крайней мере, то, что я делаю, мне это очень приятно. И кроме того, когда я читаю комментарии или кто-то мне пишет в личку, что «а вот я кормлю там котов во дворе», а я забрала собаку или кошку, которую выбросили. Знаете, можно не участвовать в распивах или в аукционах и не бить себя в грудь и говорить «я». Можно просто делать доброе дело. И вот всем вам, всем тем, кто неравнодушен, всем вам низкий поклон. И говоря о парфюмерном комьюнити, я прежде всего говорю вам, зрителям, читателям, неравнодушным людям, которые любят парфюмерию, вам большое спасибо. А может быть, кто-то меня смотрит и читает и не так уж заинтересован в парфюмерии, но кому-то нравится помогать тем, кто беззащитный. Это тоже возможно, и вам тоже большое спасибо. Я сегодня буду показывать флаконы, которые пришли ко мне от Риты. На сегодняшний момент, наверное, одного из самых развивающихся, стремительно развивающихся, интересных парфюмерных блогеров с канала «Одержимая духами». Рита произвела, как мне кажется, фурор на парфюмерном пространстве, потому что она появилась вроде как вдруг, да, вспыхнула как звезда, и она заинтересовала людей, и некоторые не пережили этого факта. Некоторым очень сложно смириться с тем, что есть какие-то другие люди с отличным взглядом на жизнь, с непохожей на них манерой поведения, с подбором слов, которые, может быть, там не свойственны кому-то. Вот. И канал прекрасный, канал интересный. Ну, знаете, вот мне, например, каналы интересные. Парфюмерные каналы интересны прежде всего людьми, которые эти каналы ведут. Не столько парфюмами, потому что, ну, в какой-то момент ты чувствуешь, что ты пресыщен информацией о парфюмерии, при этом тебе интересно, конечно, посмотреть на флаконы, и ты всего знать не должен. Ну, вот я многих парфюмов не знаю, многих марок не знаю, что-то проходит мимо меня по разным причинам. Да? Дело не в этом. А дело в том, что интересно смотреть на человека, интересно слушать человека. Речь идет о блогерской солидарности, ну вот в случае с теми людьми, которые блогеры, которые дают флаконы. Я думаю, что речь идет о человеческой солидарности, которая намного важнее, чем некая эфемерная блогерская солидарность.
Потому что мы понимаем, что блогерская солидарность сейчас есть, завтра ее нет. А ну, такие базовые человеческие какие-то вещи, они намного-намного важнее, чем блогерство. Вот, а мы перейдем с вами к флаконам. Многие как раз ждали, пусть она там поговорит, а мы подождем флаконов. Флаконы пришли. Я вчера их все протестировала. Некоторые я носила на себе. Некоторые тот случай, когда я все попробовала на блотерах. И блотеры многие пахнут до сих пор. Я расскажу, в общем, об этих парфюмах расскажу. Через какое-то время они уедут и встретятся с Олей, которой бесконечное мое спасибо за то, что она является руками и компьютером и почтой нашего канала. И дальше, друзья, я думаю, что часть флаконов будет выставлена на аукцион, часть парфюмов будет отдана в распив. И часть парфюмов, честно вам скажу, покорила мое сердце совершенно внезапно. Это будет маленький спойлер. Итак, мы начнем. Все написано, шпаргалки все есть. Мы приступаем. Правда, блотеры я взяла импровизированные, потому что работала вот там. И просто взяла какие-то, как это называется, шмир-папир, оборотки. Взяла и порезала, и на них брызгала. Так не делайте никогда, я знаю, что это плохо, но тем не менее. Итак, очень терапевтичный флакон вот с такой вот пантерой. Прекрасный. Румс Аль Рассаси 9453 Пур Эль Рассаси. Я только видела такие флаконы с дикими животными на разных каналах. И я хочу сказать, что я не специалист марки Рассаси, хотя в аромабоксах что-то мне приходило, я все слушала. Аромат для женщин восточные, цветочные. Я пирамиду, наверное, вот сюда выведу, чтобы вам не зачитывать ее. Я скажу вот что. Что я услышала из того, что есть в пирамиде, и чего мне совершенно не было слышно. В этом парфюме на блотере, я слушала только на блотере, в этом парфюме я услышала очень-очень отчетливый гелиотроп. Розы для меня не было вообще никакой, не слышу. Пролины тоже не было, а вот древесные ноты в разных проявлениях, в разных аспектах, все это было. Уда как такового я тоже не услышала. И первое, что меня удивило, и первая мысль моя была, что парфюм звучит не вполне, не так скажу, я хотела сказать, что он звучит не вполне женским, он звучит вполне унисексово. Наверное, очень интересно этот парфюм будет звучать на мужчине, как мне кажется. Парфюм выдает очень интересную древесную базу, которая в сочетании с гелиотропом, может быть, так будет запудриваться, но это не будет косметической пудрой. Косметической пудры и не появилось у меня, но это древесная скорее пудра, и вот какие-то такие аспекты я слышала. Парфюм выдает очень-очень деликатную сладость в том, что это прям пролины, и что там какая-то чрезмерная гурманика будет. Ну, нет, нет, этого я здесь не слышу. Отдельный момент – это сам флакон. Вот это вот, этот зверь, он очень мягкий, он бархатистый. Есть флаконы, которые просто хочется трогать. Вот этот флакон хочется трогать, его хочется гладить. Этот флакон пойдет на аукцион. Друзья, и я думаю, что стартовая цена будет очень-очень небольшой. Приходите, кстати, на наши аукционы. Они бывают очень зрелищными. Они бывают очень страстными и горячими, потому что там цены всегда очень маленькие. И мы видим иногда прям настоящее сражение за флаконы, потому что люди идут на принципы, идут до конца. Вам большой привет! Спасибо большое участникам нашего аукциона. А мы переходим к следующему парфюму. И это парфюм, который меня очень поразил. И парфюм, о котором я не знала. Хотя, ну, плюс-минус, мне казалось, что я знаю марку Lalique. Это Аметист Эксквиз. Вот такой вот. Слушайте. Ну, конечно, Lalique, это прежде всего, это всегда красиво, но это прежде всего
невероятные просто флаконы. И когда я увидела вот этот самый флакон, лалейк, аметист, фланкер, и причем он, по-моему, 17-го года, а первый лалейк 7-го, он у меня есть, но я не стала его доставать. Когда я увидела вот этот флакон, мое сердце замерло. Я сказала себе: боже, какая красота! Я сейчас как влюблюсь в этот парфюм. Но я не влюбилась в него. Тем не менее, все равно нужно об этом рассказать. Об этом парфюме. С блотера я его слышу до сих пор. Что это такое? Да, 17-й год. У меня все написано цветочный и фруктовый. Пирамида будет здесь. Что я слышу в этом парфюме? Давайте я сначала вам напомню, что я слышу в флагмане, во флагмане аметиста. Если вы меня давно смотрите, вы знаете, что я обычно рисую картинку: бабушка и внучка, чудесный сад, розочки, смородина и еще какие-то ягоды, бабушка варит варенье, ребенок весь сидит такой в бантах, с серебряной ложечкой ест пенку от варенья. Все очень красиво, все замечательно. И все это слышимо, и все это прямо осязаемо и обоняемо. Вот. И казалось мне, что вот эта версия аметиста будет очень похожей, но, возможно, подкрутят просто какие-то ноты. Что я услышала по факту? Прошло 10 лет. Внучка выросла, ну и бабушка каким-то образом изменилась. Не в том смысле, что бабушка стала старенькой, совсем дряхленькой и больше не варит варенье. Скорее, это выглядит не так. Внучка подросла, бабушка стала более современной. Бабушка, знаете, там как-то в джинсы переоделись самые отсталые слои населения. Бабушки, вот я бабушка. Бабушка в худи, в каких-то модных очках, с, не знаю, там, цветными стеклами, с хорошей стрижкой, в отличие от меня, может быть, с татуировками, варит это самое варенье. Внучка включила современную музыку, и бабушка подтанцовывает, значит, вот варит и подкладывает внучке варенье, пенку и все вот это. Это современно, это смело, это, не знаю, аметист, покрытый каким-то неоновым флером, какие-то неоновые вспышки в этом аметисте мне слышатся. Вот там, я сразу скажу, нужно быть осторожным со смородиной. Если вы побаиваетесь смородины и боитесь, что вы услышите лотки, там что-то еще такое, клопов и так далее, как мне кажется, ну я должна сказать, что я услышала, как мне кажется, в этом парфюме есть риск это услышать. И если вы думаете, что вот это вот такая же милота, как в аметисте, то это не совсем так. Может быть, вы мне возразите, и, возможно, вы будете правы. Вот я сейчас скажу, я вспомнила. Я вчера посмотрела фрагрантику по поводу всех парфюмов, о которых я сегодня буду говорить. Ни по одному парфюму нет единой точки зрения. Кто-то пишет: боже, как это прекрасно, это мой любимый парфюм, это мое парфюмерное я. Кто-то пишет: боже, какая гадость, но это невозможно вообще носить, невозможно это обонять. По поводу каждого парфюма. И, в принципе, мы с вами понимаем, что на фрагрантике всегда так, и в парфюмерном мире всегда так. Кому-то категорически да, кому-то категорически нет. Ну и как бы, это нормально. Я влюблена во флакон. Я, слава богу, не влюблена в сам парфюм. Но я знаю, что у Лалик есть масса любителей. У этого парфюма наверняка есть любители. И обратите внимание, что цены у нас очень низкие, поэтому... Поэтому, если вы хотите вот этот чудесный парфюм, причем он полный, приходите к нам, это будет аукцион, и цена будет маленькая. А мы не прощаемся с маркой Лалик, и это будет сатин. Еще один флакон, который я вчера просто трогала и гладила. Вот он. Сатин многие из вас знают.
Сатин очень-очень слабо звучит с блотера, но прошли сутки, но звучит. Друзья, вот все парфюмы, которые, о которых я сегодня рассказываю, они все звучат спустя сутки с блотеров. Какие-то более громко, какие-то еще более громко, какие-то так более сдержанно, но слышно все абсолютно. С Сатином я была знакома, я его слушала в магазине в какой-то момент. И как это бывает в магазине, я не доверяю магазинным затестам, потому что вокруг тебя, во-первых, масса всяких факторов, которые вмешиваются в твое восприятие парфюма. И ты уже не с первым блотером, и вокруг тебя люди сами в каких-то парфюмах наносят на себя парфюмы, на себя, на блотеры и так далее. И плюс ко всему, очень мало времени, чтобы разобраться. Короче говоря, я слушала Сатин. Он мне понравился, но не настолько, чтобы я захотела его поставить себе в шкаф. При этом я знаю людей, которые хвалят. Просто, возможно, хочется его гладить. Пирамида будет здесь. Натали Лорсон сделала этот парфюм. Так, Натали Лорсон. И что же, я вам скажу, чем меня парфюм поразил. А я его носила вчера на себе. Внезапно он пропустил как будто верхние ноты, и внезапно он сразу стал показывать сандал, пачули, ветивер, то есть то, что есть в базе. Это может быть не те сандал, пачули, ветивер, которые мы часто привыкли слышать в нишевых парфюмах, то есть чтобы это было, о, там сандал, банка с огурцами, пачули, подвал, шоколад. Да, ветивер, и тут многие такие, ветивер, боже, как мы любим ветивер, привет любителям ветивера. Это не совсем то, да, все-таки это женский люкс, поэтому делите все на 5. Но для меня было странно, что я не услышала там особой сладости, это было чуть пудрово, и это было вот вполне сандалово, пачульно-ветиверово. Я сначала удивилась, а потом я подумала, а что, собственно, ты хотела? Это же сатин. И ощущения от флакона, от запаха должны соответствовать, ну, плюс-минус тому, что мы слышим в названии. И на самом деле это так. Вот, практически полный флакон. Будут фотографии очень крупные. Посмотрите, пожалуйста. Все будет на канале. Это будет аукцион, и, повторяю, цена будет очень-очень небольшая. Чувствую себя магазином на диване, но неважно, друзья, неважно. Когда, как деточка дает о себе знать, когда речь идет о собаках, о кошках собак, Лоза так сладко спит, давайте я ее сфотографирую, а потом... Здесь будет Лайза. Когда речь идет о собаках и кошках, этим мне все равно. Я могу говорить об аукционах, распивах, низких ценах. Купить, пожалуйста, посмотреть, пожалуйста. Мне это важно. Вот. Был давно-давно, когда, по-моему, только Рося появилась на парковке вот здесь рядом с домом. И надо было что-то для нее искать, ее пристраивать. Я поняла, что мне сложно одной. Я стала обращаться к людям в социальных сетях. И мне было неловко. Мне было неловко, мне было стыдно ужасно. Ну, я Росю никуда не пристроилась, значит, Рося вот переехала сюда. Потом появилась Тельма со своей сестрой на этой же парковке. Они крупные щенки были, и прибежала зима, нужно было какую-то будку для них соорудить, и надо было, в общем, эту будку где-то купить. И я стала просить денег. Я до этого никогда не просила денег, ни у кого вообще. Я вообще не умела просить деньги. Знаете, там сейчас есть такие курсы для девушек, типа, как правильно просить, там, благодарить Вселенную, все вот это. У меня было какое-то табу, да, типа, там, я гордая, я страдала, потому что, ну, как я прошу денег, боже мой, это невозможно вообще, все пятнами покроюсь, и люди меня осудят еще. Но я попросила, потому что, ну, вариантов не было совсем. Люди откликнулись,
Люди откликнулись, да, мы купим, вот сейчас соберем деньги, там замеры какие-то. Я отчитывалась, какие-то делаю, знаете, как вот прям каждый там сантиметр этой будки стоит вот столько-то. Доставка вот такая вот, и так далее. Люди такие говорят, ну нормально все. И я поняла, что для себя я по-прежнему не умею, а вот для этих всех, да. Да. А мы с вами закончили эту, значит, паузу. Мы с вами двигаемся дальше. И дальше будет флакон просто небесной красоты. Небесной красоты – это яйцо. Оно прекрасно. Оно прекрасно. На него смотреть нужно вблизи. Его нужно трогать, его нужно гладить. Это все сделано вручную. Вот эти вот яйца. Говорят, что нет двух одинаковых. Да, вот этот кракелюр, он на всех будет разный. И это, друзья, The House of Oud, Breath of Infinite, дыхание бесконечности, да, у нас. Цветочные, древесно-мускусные. И вот это очень красивый флакон, содержимое которого я, честно говоря, не поняла. Я почитала фрагрантику и говорила, там все переругались, кому-то категорически да, кому-то категорически нет. А я не поняла. Я не поняла. Парфюм лишён сладости. В нём для меня много какой-то солоноватой пудровости. Персиков я там не чувствую. Или вот не с блотера, а, ну, скажем, первые несколько часов после нанесения. Это какая-то такая молочная, ванная, чуть подсолёная, в которую бросили пестки пиона и какие-то персикообразные фрукты, не снабдив никакой сладостью этот парфюм. Ну, в общем, очень на любителя. И парфюм пойдет в распив, конечно. Потому что, друзья, я хочу, чтобы вы познакомились с этим парфюмом, если вы с ним не знакомы. Потому что вслепую такое покупать, конечно, нет. Если вы познакомитесь с парфюмом и воспылаете к нему любовью, ну, мы можем обговорить с вами вопрос покупки флакона, потому что флакон, конечно, просто гениальный, гениальный. Следующий парфюм, марки, с которым у меня, я немного знаю парфюмов этой марки, но с маркой я вообще никак не могу подружиться. Это марка Гритти, и это парфюм Жаклин. Очень красивые белые флаконы с необычной крышкой. Я смотрела на эту крышку в солнечный день, конечно, это очень красиво, это очень элегантно. И вот это самое Жаклин, опять же, для меня история, вот сейчас очень приятно пахнет с блотером. Очень приятно. Все парфюмы Гритти для меня мега насыщенные. Я боюсь, когда парфюм оказывается больше, чем я. Я боюсь, когда парфюм начинает на меня наезжать, когда он меня давит. И, ну, в скобках замечу, что вот все те парфюмы, многие парфюмы, о которых говорят, ну, типа там Баккара, вот это все. Там нет такого противостояния между парфюмом и мной. А вот с ароматами Гритти такое противостояние есть. 21 года относительно новый парфюм. Что я там услышала? Мы обошлись не тот блотер. Мы там обошлись и без мате, и без миндаля. В старте была лаванда. Очень плотная. Вот это вот сочетание лаванды и листа фиалки, мне кажется, там было сложно очень разделить, но это, вот для меня это была основа, скорее, композиции. При этом я не скажу, что старт был феминный. Вот потом все ушло, конечно, в более феминные какие-то мотивы. Ну, чего там много, это мускуса. Мускус мощный, мускус плотный. И в целом для меня это какая-то такая вот пудрово-мускусная, мега-феминная композиция для женщины, которая справится с этим парфюмом. Я оказалась слабее, чем этот парфюм. Многие его хвалят. Знаете, я думаю, что многие из этих парфюмов, они комплементарные. Я думаю, что та женщина, которая будет носить вот этот парфюм, она будет собирать комплименты. Но, возможно, нужно будет просто очень-очень дозированно на себя этот парфюм наносить, да, чтобы дело дошло до комплиментов. С вас этот парфюм услышат однозначно. Парфюм пойдет в распив.
Потому что вслепую такое, конечно, покупать нет-нет-нет. Так, а следующий парфюм, самый, наверное, дешевый из этой подборки, стал просто моим любимчиком. И это парфюм, который называется Ana Abiyat, Abiyat Poudre Latafa. Я об этом парфюме слышала много. Так. Очень слабенько слышу, но слышу. Повторяю, прошли сутки. Я парфюм носила на себе. 23-го года парфюм. И он очень нежный, он очень красивый. У меня холодная кожа. На мне это было бесконечно красиво, но подозреваю, что если у вас кожа горячая, вы сможете чуть-чуть парфюм подогреть, и, возможно, красоты вы получите больше. Очень нежно, очень женственно. Вот если вы ищете такое нежное, женственное, пудровое, летящее, сравнивают с Валентино Пудре, мне кажется, Валентино Пудре сравнивают с очень многими красивыми парфюмами. Я могу сказать, что с Валентиной Пудре, ну, может быть, какая-то часть все-таки пересекается. Валентина Пудре по сдержаннее, да, более строгий парфюм. Вот этот строгости не в себя не содержит, но при этом он не крикливый, при этом он не чрезмерно, знаете, бывают такие парфюмы избыточно феминные. Вы знаете, вот заходит в помещение грандама такая, вот там губы, прическа, бюст, все, вот да, все при ней, украшение, голос. Это не та история, это очень-очень нежно. Это очень интересно. И я, конечно, была поражена, когда увидела цену. Невероятная цена. Это будет аукцион, друзья. Так, ну и что же, и мы заканчиваем наше бесконечное видео. Нет, правда, надо будет все это там порезать. И это два мюглера. Вот так вот я буду держать, как наносила на себя, так и буду держать. Это два мюглера. Это Angel Innocent. Как мне кажется, я один из них слушала в магазине давно. Это фланкеры. И это было потрясение для меня. Я для себя как-то сама себе объяснила, что Мюглер не моя история вообще. Да, у меня есть два, господи, в Humanity. Один миниатюра самого первого года выпуска. Аня, спасибо тебе за него. И есть кожаная версия в Humanity, редкая, прям невероятная. Нина, спасибо тебе за него. И я подумала, что вот, ну и все, да, мы ставим точку, дальше мы никуда не едем, не мое, не хочу, даже не буду и так далее. И вот когда я распаковала посылку, я, конечно, тут же на себя нанесла. И понимая, что это не мое, и то, что я услышала, я думаю, ну да, не моя история, нет, и это не моя, и это не моя. И потом прошло, ну, где-то минут 10-15. Я нанесла еще один пшик, то есть был по пшику, нанесла еще один пшик. Думаю, ну мне же не нравится мюглер. Ну послушаем, ладно, чего уж. Прошло 2 часа, я нанесла еще на себя типа пшику на каждую руку. На следующий день повторила. И поняла, что история-то моя, история моя. Тут же пошла смотреть, где это все можно найти и так далее. В распив пойдет, друзья, пойдет в распив. И Innocent Illusion. Я не могу ничего сказать, что звучит необыкновенно, звучит как-то там притягательно, слышу то-то. Но я внезапно для себя подумала, что вот если бы было сейчас лето, и, допустим, мне нужно было бы ехать куда-то по делам, неважно куда-то, по делам, к собакам, куда-то, на работу, еще на одно, неважно. То я, не раздумывая, полилась бы вот этим парфюмом, и все. И весь день была бы счастлива. На редкость стойко я себя слышу, этот парфюм. То, что я его наносила на себя, я просто хотела себя убедить, что это мне не нравится. Но нет, мне это очень понравилось.
И второй парфюм — это Innocent Rock 8-го года, Натали Фейстхауэр, парфюмер. Там есть виноград. Там есть виноград. И я там услышала Изабеллу. И есть парфюмы, которые очень личные, да, вот они вдруг порождают какие-то воспоминания, и ты за эти воспоминания цепляешься, и дальше уже не важно, что с этим парфюмом, какие там есть оттенки звучания и так далее. Мне вспомнилось, как я уже взрослый, приехала к маме, мы сидели на балконе. У нас был виноград на тарелке, и мы с ней купили какое-то массандровское вино, где есть вот этот вот вкус Изабеллы. Да? Изабелла, я ничего не путаю, поправьте меня. И я вспомнила вот эту сцену, и вспомнила аромат того вина. И все, и дальше мне не интересно, какая там пирамида, что там в этой пирамиде. Розы я там, кстати, не услышала, а вот перец, да, там перца очень-очень много. И мне кажется, все строится вокруг винограда и перца. Парфюм пойдет в распив, очень красивый флакон, конечно. И для меня эти два флакона стали открытием. Знаете, как бывает, со мной так бывает, не зарекайся, потом выяснится, что все ровно не так, как ты думаешь. Вот с Мюглером оказалось именно так. Друзья, ну что же, рассказала все, показала все. Рита, огромное спасибо за поддержку и помощь. Вам, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на канал «Невыходной вариант». Я вас всех обнимаю, берегите себя, пожалуйста, и, конечно, друзья, продолжение следует.